И снова всем привет, ребята. Естественно, для спортивного интереса захотелось мне сделать игровой тест телефона от компании Umidigi, Bison, я не знаю, как там, или Bison, кому что комфортнее. В чем его плюс? У нас и защита IP68, 69, блин, и Military Standard, аккумулятор с 5000, экранчик 6,3. Единственное, что отлично, потому что для Леньки, вот, что плюсы, оказался, потому что первый из телефонов и с нормальными, потому что в камерами и защитой. Вот, потому что в теории вы, потому что классно пофоткаете при купании и всем полностью. Знаете, там и защита, это лучше испытать его было, но, к сожалению, я его купил за кредитные деньги и в конечном итоге, что карточку мне, что придется вкидать. По дизайну, я не знаю, потому что вдруг окажется кому-то интересно, потому что сборка и смотрится он круто. Потому что вставочки из металла у нас есть, потому что кастомная кнопочка захотели, потому что включаете. И здесь и камеру, и SOS, там, и фонарики, и все плюшки. Единственное, что из замечаний, что у нас есть, потому что кнопка с технологией Push to Talk, потому что ZIO, я так думаю, что кто-то услышал. Но честно, вот я ее уже не использовал и не знаю, вот что сказать по такому поводу. Еще из недостатков, ну что сканер оказался вот здесь. Вот, ребят, вот единственное, что вот я придумал, как им пользоваться, вот так. Опа, и включается. Что в чем плюс, что включается, срабатывает, но по факту, вот ты прикасаешься, он с такой скоростью, ну что включается и срабатывает, вполне окей для MTK. Но спасение у нас что есть, ребят, естественно же, и сканирование лица. И в чем прикол, что включается, срабатывает, скажем, и в темноте, и при солнце, и что при всех условиях. Вообще, учитывая стоимость телефона, у нас есть и Helio P60, и 6 гигабайтами оперативки, и 128 из постоянной. И честно я вам скажу, ну что за ту стоимость, что он стоит, я считаю, ну что телефон вообще изумительный. Единственное из недостатков, вот, с каким вот я столкнулся, что при записи, что видео, потому что тихо звук пишет. Но я так думаю, знаете, вот кто, что кто окажется и с прямыми с руками, то что включит все полностью. Так, что по аккумулятору, чтобы глянули и по экранчику. Окей. Так, ребят, ну в чем прикол? Ну что графику, что включил я здесь специально по максимуму. Я так думаю, что будет, ну что притормаживать. Ау, я включал установки или нет? Нет, а что будет, если включать играть? Ага, ну что включается и все круто, да? Сталкиваемся с таким. Umidigi, вы все-таки, ну что, умнички. Но сейчас, вот знаете, ну что в конечном итоге, ну что все увидим, вот как, что оно идет. Честно, вот знаете, я вам скажу, что вот я не думал, что за такую стоимость еще ну, что-то толковое будет. Я покупал телефоны и за $190, и за 200, потому что на Helio P70, потому что где было, что в полное говно. И камеры еще хуже, тут пока все окей. О, начинает тупить сразу. А так. Уми. Ничего себе. Ну не, ну все-таки, вот знаете, вот если будете играть, то все-таки вот не, что-то не включайте в картинку по максимуму, что включил от Леня. Ну честно, знаете, вот скажу так, ну что смотрится все круто, но вот именно вот там, где вот ты с автомобилями, ну что ты встречаешься, то чуть-чуть, ну что притормаживает. Вот если ты оказался ну, сам, то все вполне будет. Ничего себе, какой быстрый, а? А, красава. Так, сделаем чуть-чуть, чтобы поинтереснее было по музыке, что там у нас делается. Опачки, и шикарное окончание гонки. Не, ну, пока все окей идет, знаете. Единственное, что вот я... Знаете, вот я вам скажу так, что, ну, что китайцы сказали, что аккумулятор с 5000 идет. Но я так думаю, что снова, ну, что кинули от нас. Я не знаю, вот, ну, что из-за чего. Я вот сколько сталкивался с компанией Umi, они вот именно по емкости аккумулятора, ну, цифры
всегда отличались. Я не хочу... Ну, знаете, вот, ну что, день использования вполне окей, но в любом случае в телефон из 5000 в комфортно, что должен держать в течение 2 дней, правильно? Да. А здесь вы такого отношения не увидите. Ну, глянем, вот что по игрушкам. Ну, кстати, стало чуть лучше идти, я смотрю. Я там думаю, что у вас хотя бы симпатичная картинка плюс-минус идет, потому что, извините, испортилась и погода, и стало вообще ужас. И снег, и дождь у нас. А получается, те лампы, что у Лени, то вообще, потому что полный шоколад. Леня, ты можешь, давай. Что, первым был? Давай. Ай, шикарное окончание. Так, ну что, думаю, ну что все увидели, что здесь игралось, ну что, вполне в комфорта, что по памяти у нас, скажем, и запасом идет. Знаете, в таком случае что делаем? Что включаем вот все игрушки из самых, из крутых, из тяжелых и современных. Я думаю, что, ну что по-правильному, что будет, танчики, естественно же в конце будут, чтобы, ну что, увидели. Скажу вот так, ну что, вперед, ситуация из Тоттельна. Такая же, что было и в Укителе, и в, ну, что, всех полностью, ну, что, телефонах, с которыми мы, ну, что, сталкивались. Здесь, ну, что, интереснее и хуже, вот ничего, ну, что, вот не изменилось, все вполне, ну, что, комфортно. Честно, я говорю, что телефон, вообще, я был, ну, что, в шоке. Особенно вот именно по камерам, по фото, вполне, ну, что, все окей. Но в темноте, вот, ребята, это полный... шоколад, честно, ну что, не хочу лукавить даже. Так, что там с температурой? Специально измеряю температуру в корпуса. Специально, ну что, включил, чтобы вот не скучно было. Кстати, какой телефон? Да-да, ребята. Вот так, мне писали, что, знаете, что комментатор из меня хреновый, то лучше, чтобы играло что-то по музыке. Так, ну что, включаем игру, извините, чуть-чуть я в сторону ушел. Так, ну что, пишется, что вот рекомендуется с ушами. Я, кстати, ну что, включал одно из видео, один из блогеров там испугался, что 3.5 у нас и питание открыто. Открою уж тайну, уже, ну что, все телефоны и современных идут и защитой, что изнутри идет. Вот не надо им там и заглушки делать, и ничего, и скотча бомберить там, и, ну и всякие, ну что, плюшки. Потому что для спортивного интереса, что да, но в теории, вот кто купил у китайцев, то ничего не будет. Так, что с игрой? Посмотрите, ну что, включилось, мы прыгаем с кинжалом, пока все окей. Так, а где я? Что, грибы? Так, ну что, вот показалось, что я еще и летать умею даже. Кузня есть какая-то. Что в кузне? А куда нам надо бежать? Вот знаете, вот включалось бы еще отслеживать цель. О, указала. А вот и кузнец. Ай, его. Красава, догадалась, да? Опа, я думаю, что здесь будет что-то поинтереснее. Кстати, игра идет, ну что, вполне вообще окей. Я думал, что хуже будет. Но сейчас бы, вот знаете, вот, чтобы мы увидели, ну, драку какую-то или какие-то плюшки, если захотели, то стали, что, лучницей и стреляем туда. Опа, если захотели... что включили и стали беленькой, да? Я думаю, ну что, все в курсе, вот кто-то из подписчиков, то вот я играл уже в такую игру. Так, с тобой все окей пока. Меня интересует идти вперед, чтобы вы глянули, ну хотя бы чуть-чуть. Опа. Так, я так понял, что вот мне... Да? Что, Эмбер?
Ужас бури? Да, конечно. Так, ну что читает? Твою дивизию. Кто придумает? Ну включите, вот я иду в бой. Так, подключается. Ох, нифига себе. Гляньте, какая графика. Одиночный режим. Так, и что мы включили? Вперед. Мне это спортивно интересно, потому что, честно, я даже не знаю вообще, вот что будет сейчас. Меня больше интересует, что по аккумулятору и что температура телефона. Так, пока все окей, я смотрю, что здесь надо открыли двери. Опача. Ага. Теперь ты все увидела. Это целится при стрельбе, удержите кнопку атаки. Ну и... Ага. Если захотели, то включаем эту девочку и шмаляем именно сюда. Нет? Ага. Снова ждем. Ну попридумает, блин, знаете, вот всякие плюшки. Я, честно говоря, такое все не люблю. Что дальше? Открыть меню персонажа. Да? Или сюда нажал? Ага. Ну что-то ты включаешь, вот где стрелять, надо? Или что? Так вот, ребят, ну что, чтобы вот не злились и не обижались, я не знаю вообще, вот я в такие игры вот не играю, знаете, вот сильно. Здесь вот что-то, я так думаю, включить стоит. Ветра пошло. Освежая цель. Включили. Я думаю, что нам где-то в другую степь надо идти. Ага, ура! Вот, ребят, чтобы вы увидели, вот как мы с кем-то будем сейчас... На, лупица. Бодро. Ага. А ты что думал, что я с тобой играть буду? Давай рубай его. Красава. На. Добивай сразу. Ой-ой-ой. Колбаса. Ай. Ты что, уснула? Ты что? Эмбер, давай! Так, извините, я чуть-чуть, ну что, увлекся, съел по аккумулятору в 3% с 10 минут, ребят. Ну, в показатель так себе, я не скажу, что классный, из-за этого что делаем? Отключаемся. Я считаю, что, знаете, что останавливаться на таком, ну что смешно будет. Так, ну что, следующая игрушка, естественно же, Call of Duty. Я считаю, что самое... Красивая игра, что вообще вот есть для телефонов, именно кто играет, ну что в шутеры и все полностью, я так думаю, ну что будет интересно. Вот единственное, я смотрю, ну что с лампами я сделал все плохо и выставил их вообще, ну что в печаль. Бывает ли такое? Ну что, ну, думаю, что суть все и так, ну что увидят, что к чему, куда идет в 32.5. Пока. Так, и снова в бой. Ну, конечно, в бой. А где, кстати, я читал, что и зомби будет режим, по-моему. Но я включил стандартный. Так, потому что графику все интересуются стабильно, что я включаю. Вот видите, средние включили вроде. А попробуем включить, чтобы было по красоте. Так, ну что, битву включаем. Да. Вперед. Из-за чего включаю, чтобы и шло... Ты прикалываешься или что? Как включить вообще стандартную игру, чтобы вот не было этого издевательства солдаты? Так, ну что, классику я включаю. Вперед. Ну, на сейчас.
Ну, включись, игра, и все. Я не хочу там, ну, что всяких шаплюшек. Я хочу, чтобы вы увидели, вот как оно играется. О, ура. Спасибо, очки. Так, ну, я думаю, что оказалась какая-то хрень. Но в любом случае, я надеюсь, что вы увидите, что в конечном итоге, вот как оно все играется. И здесь, и там, и там, и сам. Ну, с лампой, блин, я, конечно, вообще по полной лоханулся. Так, ну что, ступит вору по аккумулятору, что там. Все окей, единственное, что игра ушла в ступор, я смотрю. Тут. А у Call of Duty, у Медиги Байзон, ты спишь? Так, специально включу чуть-чуть, знаете. Да. Ну, знаете, из такой, из высоты, вот если он упал, то я так думаю, что телефону в любом случае, это ничего, ну, что вот ничего не будет. Тем более, что вот я уже испытал на другом телефоне, что такое упасть. И там, учитывая, что спинка из пластика, все круто. Так, я закован. Ура! Что включились. Так, ребят, я надеюсь, что все видели, да? Так, включаем от первого лица. Ой, как красивая графика идет. Ничего себе. Умики. Красавы. Так, ну что-то вообще, что все окей. Я не знаю, там что у вас есть картинка, но вживую ты играешь и смотрится все круто. Тем более вы учитываете, что мы используем телефоны и интернет. Что из дома 4% за 15 минут идет у нас, чтобы быть честный. Но в любом случае, знаете, чем больше мы играть будем, вот, ну что, в конце мы увидим конечный итог, вот, что по аккумулятору у нас идет, знаете, вот так, ну что, изначально, что думать, я считаю, что глупость будет. 32. Ждем-с. Ура, полетели за колбасой. Так, 11.37. Я так думаю, что вдруг окажется еще и другом Шотленкиным. Но знаете, вот я заметил, что вот если ты в компании играешь, то в большинстве что убивают со скоростью звука. Ну, а вдруг все-таки что-то изменится и будет получше. А тем более здесь что здание, кстати, классное. Да бегом сюда. То думает долго, то тот и упускает, ребятки, да? Так, ну что, сделаю чуть громче, чтобы вы хотя бы что динамики услышали. А то, знаете, я включил тут вам дискотеку, да? Дискотеку. Ого. Так, я думаю, что кто-то где-то сейчас окажется. О, сколько плюшек. Нет. Нет. Ну, лучше с таким уже, знаете, оказаться, чем с чем-то попроще. Но вот честно, по опыту, вот если играете, то лучше со старта же втекайте. Ну что, где-то до автомобиля и к линии. То я один раз играл, вот видите, вот где мы, ну что, дистанция в конкретнейшая, лучше искать автомобиль и ехать куда-то. Ну, или стреляться с кем-то, то будет хотя бы не сильно скучно. Ну что, вот если ты с пулеметом, то все равно, ну, комфортней окажется. Опачки и вертушечка есть. Я думаю, вот это уже, пацаны, будет круто. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ого. Ну, знаете, что вот я изначально акцентировал, что динамики здесь, что бомбой полетели. Ай, ну что, извиняйте, ребятки. Честно, вот я что делаю все для уж теста правильно, а не так, чтобы поиграть. Вот, ну прикольно так. А? Круто, да, ребят? Ау! Вверх, 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 вверх. Не, ну так чувство классное, если ты играешь, летаешь. О, ребятки, вот я уже оказался в кольце, то уже, знаете, и чуточку будет поинтереснее. Вот я смотрю, что домики кидают. Все, покатались, я думаю, что так уже, ну что, поинтересней, осталось еще откопать, вот знаете, чтобы вы увидели, вот как именно стрельба. Так, еще спину стрелял мне, по-моему, да? Дым домик. Ох, конечно, и звуки, блин. Честно, стрёмные. Так, извините, я снова упустил. Есть. Проценты я попутно впишу пока. Но 100% тут кто-то был. А куда он убежал? Я иду за тобой, родной мой. Сколько здесь вкусняшек, да? Прикиньте. Кладбище, ну это, ну, честно, отпечатка, конечно. Давайте вперед. Ау! Друг мой прелестный. Вот это и плюшек я набрал, конечно. Привет. Я попался в это. Я попал в красава, Ленька чемпион. Панерами бетон. Угу. Так, ну, за компанией еще бы откопать автомобиль, вот, чтобы глянули, вот, как это на автомобиле будет езда, да? Я думаю, что будет интересно все-таки, ребят. Опа! Вперед! Полетели. Угу. Не, ну в целом. Пока я себя чухаю, вполне окей. Но что же будет чуть дальше? Опа.
Компания приехала. Так, стрельба где-то? А где? Где? Я хочу к вам, пацаны. Он же есть нормальный автомобиль. А так. Не, ну ребят, ну знаете, вот кто-то бы стеснялся, Аленка, вперед. Ура! А. Ну, уже извините, знаете, вот я оказался тем, кто иногда чуть за кем-то убирает. А, оказалось, их двое было, да? Или что? Все. Ага. Так включается, да? Честно, я так не сильно, ну что, игрок. Стрельба. Побежали. Я хочу. Где? О! Все. О-о-о. Так, ребят, ну я думаю, что, знаете, покататься будет тоже вполне интересно. Так, ну что, извините, из меня такой игрок и гонщик. Офигеть. Я пришел, вы где все, пацаны? Так, ну что, в целом, смотрите, вот я оказался в центре в карты. Единственное, чтобы, ну что, оптимально, чтобы Ленку сейчас кто-то убил, то было бы покруче, да? Я иду, пацаны. Где вы там, друзья? Я успею? Нет. Точно не успею. Там дистанция за конкретностью. Что за фигня? А, сбили? Ого, тут, конечно, не стрелялись. Пацаны пополни. Я тебя вижу. Ага.
Так, ребят, ну, что, извините, вот знаете, вот я не акцентировал, что, ну, что по плану, что я играть буду. Смотрите, специально показываю, что, ну, что все игрушки в ПК еще, ну, что в памяти держу. Теперь включаем что-то, ну, что поинтереснее. Игра, кстати, ну, что вполне оказалась интересной и с красивой, ну, что графикой идет, ну, что, скажем, с мультяшной. Да, вот есть люди, кто любит, что более, чтобы, ну, что настоящее шло. Я вот здесь, ну, что сделал, что всем приятное и чуть-чуть, ну, что все изменил. Так, вот единственное, чтобы вступление не было. Так, извините, что громко. Игра, ну, что, с названием Super Mecha Champion. Да. Ох, как придумают, 66-4. 10% за 30 минут. Но я вам скажу, что очень много. Учитывая, что аккумулятор здесь, ну, что типа, знаете, с 5000, то... Но вы учитываете, что MTK и, ну, что включено экранчик, считаю, что так, ну, что конкретно у нас, ну, что все включено по факту. Тем более, что используется снова таки 4G интернет. Единственное, что с температурой 34 градуса, нормально. Так, ребят, ну что, что, учимся играть. Смоляй! Да. Вот из кого, а из Леньки, знаете. Я думаю, все поняли, что я хотел сказать. Я попал хоть или нет? Бежи давай, блин. Не, ну вот игра, вот я не знаю, ну что графика мне здесь, ну что, поинтереснее, чем в других играх. Так, ну что, включили снайперку и по опыту вот надо здесь эту девочку. Я попал в нее хоть? Я попал в кого-то. Опа, если захотели, ну что, включайте, у нас включайте и стали, ну что, типа вот роботом. На тебе. Ого. Куда он делся? Хитрый жук. А так. Тю, Ленька чемпион. А попрыгать? Так, сертификат. Ну что, имя? Ну что, извините, знаете, я всегда, ну что, вот так делал, чтобы не было... Ну, слишком долго, и так, ну, что, видео, что делает тут Леня, одни из самых, ну, что, длинных, все пишут и пакости, и гадости, что в большинстве. Но, знаете, вот, я считаю, что должен же кто-то показать вообще, вот, как оно, ну, что, играется, ну, что, делается, что к чему, куда и как. Вот, ребят, я ну, что, только из этого и только, ну, что, для вас. А вы там уже думайте, знаете, ну что, пусть кто-то пишет оскорбление или что. Но в любом случае я всегда акцентировал, ну что все, что делается, это только что для вас. И чтобы вы, ну что, знали, для какой ценой, ну что, пишется все видео для меня. Да? Ага. Ну что, включили, я так думаю, что я с компанией какой-то буду бегать, да? Короче, чтобы вы, ну что, все поняли, это типа Call of Duty, PUBG, но только с графикой из мультиков, ну что, идет, и плюс еще, ну что, включаете, и роботом здесь будет, ну что, интересная игра вообще. Но вот честно, вот я не играю в такие, я акцентировал, что у меня в телефоне, ну что, ну, чтобы были танки только и все. Так, что это делается? Полетели. Офигеть. Вот видите, я так думаю, что все, что поняли, что что-то похоже на какую-то игру, правда, ребят? Блин, домики, где вы? Мне надо домик. А, да я, в принципе, ну что, с пулеметом, ну что, с автоматами, то уже чуть-чуть попроще. Картинка, ну что, в игрушке вот действительно прикольно идет. А что мне в другую сторону найти?
захотели, включаются прицелы, если захотели, у нас есть. Так. Это что нажимает? Ага. Попрыгали, поползали, прицелились. Так, ну я думаю, что все поняли, что плюс-минус. Тем более у нас еще по плану вот есть чуть-чуть игрушек. Единственное, что я смотрю, что здесь, наверное, в автомобиле, ну, что функции вот нет, чтобы покататься, да? Не, ребят, вот что на автомобилях, вот здесь не покатаешься, то, конечно же, печалька. Включается вот бег автоматически, да, включается. Так, и кто-то там уже стреляется по полной, я смотрю. Все, кроме Лёни. Как я отключить Clear Match? Блин. Стопа. Кто? Вперёд! Побежали. Я тебя в живых не оставлю, все равно. Где ты? Патроны, блин! Лёнька, давай! Я убил кого-то, ура! Колбаса! Обалдеть, у нас уже, слушай, толковый сок будет, и плюшки, и прикинемся, ура! Да, у нас оказался уже и гранатомет есть, но лучше взять автоматом. Ой, что это за штучка светится? Я так думаю, что кто-то мне в спину стрелял только что. А кто? Кто хотя бы стреляет? Так, потому что, извините, я говорю, что вот, ребят, я вообще тут, там где-то огоньки. Короче. Вперед. Ах ты, в спину, так нечестно. Лечение. А ну-ну, а теперь, где ты там? Под. Угу. Не, ну знаете, я вам скажу, что так вполне интересно оказалось играть. Но нам же там по карте чуть-чуть в другой степени надо было. Да блин! Так, потому что включаю какую-то штуку, не знаю вообще, что это такое. Ага, я включил, что я на каком-то покемоне буду.
Побежали. Ай, блин. Вот я всегда акцентировал, знаете, в таких вот ситуациях, потому что сдохнуть от такой темы, это самое большее обидно. Я к тебе... Опа. Баба. Бежи давай. Супер, пупер, киборг, блин. Извините за эмоции. Не, ну прикольно все равно. Так, ребят, ну что, извините, все-таки я так думаю, что мы и так, ну что, слишком увлеклись, ну что, такими игрушками. Так, у нас, естественно же, что включаем для классных ребят стендов. Да, вот, ну что, честно, я в... Ну что, вот единственная игра, в которую вот играю, ну что, только вот именно для канала и все. Это вообще, ну что, где я полное, скажем так, дно. 13% за 10 минут. Так, смотрите графику, я показываю, чтобы глянули, а то вечно все интересуются. Ну, я так, знаете, ну, что, не увлекался. И считаю, что все по максимуму идет. Ну, что вдруг, ну, что плюсов, тем более, что у нас еще в теории в танке есть еще и в PUBG. Я не знаю, вот как, ну, что успеть за то время, что осталось у меня, пока температура корпуса, ни телефона, там, ни процессора, ничего, мне уже ничего писали. Но я смотрю, что, знаете, 35 градусов, 36 для MTK, это сказка, ребят, вообще идет. И изумительные показатели. Так, закрыть. Опачки. Не с винчестером, ну ладно. Так, по FPS-ке 53, ребят. Что ты прыгаешь сразу и во время стрельбы? Да стреляешь ты, блин. Не, знаете, лучше включать, наверное, чтобы от Леньки с автоматом, то будет не... Ну, я и так вообще уже плохо играю. А с винчестером, то еще хуже. Смоляешь! Снайперки, да, сестра-то выкосили. И снова один и тот же. Ага. Я понял, ребятки, значит, нам надо... Ай, здесь меня вообще так просто все, кому не лень, стреляют. Так, куда хотят идти? Давай! Смотрите, по, потому что FPS-ке 54 идет. И, кстати, считаю, вполне нормальный цифр. Не, ну я чуть-чуть, потому что попал в него. Я думаю, что в конечном итоге... Кто-то да, попадет в него. А, я попал. Ленька попал. Стали встречать с Витами. Не, ну я стрелял же, потому что в него. А он статус. Смотрите, по FPS-ке 53, ребят, идет. Че ты боишься? Эй, блин, не увидел. Да, ну что, бывает такое. Так, ну, стендов, скажем так, 52 по FPS, я считаю, что... Офигеть, вы видели, я убил. Так, все. Ну что, извините, ну что, в чем суть? Все увидели, что включилось, играется, ну что, вполне окей, тем более у нас еще осталось и танки, и PUBG, то я не знаю, вот как, чтобы вы, ну что, увидели вообще, как оно все... по скорости, ну что, включено. Тут, естественно же, скажем, с настройками, вот я скажу честно, вот не увлекался. Helio P60, ну что, все-таки вот не сильно игровой, но в теории с нормальными, ну что, установочками он будет играть вообще, ну что, вполне круто. Ну что, глянем, испытаем, увидим все-таки и сделаем в конечном итоге в какие-то, ну что, выводы вот для себя лично.
Так, что-то там по температурке. 33-35 градусов. Сказка. Так, я смотрю, что чемпионат какой-то в танках, да? Но честно, есть такой и статистика, что у меня, вот смотрите, что я включил сюда. Текстуры, если не ошибаюсь, скачал я. Да. Назад. Ну, кстати, статистику, чтобы, ну, что все их, ну, что, знаете, в комментариях, ну, что все пишут, и, ну, что, ты лучше вот не играй. Ну, вот, ребят, ну, что, извините, ну, ну, что, вот надо, ну, что, для теста делается. Так, и, ребят, смотрите, по FPS-ке я смотрю, что печалька пишется 54. Я думаю, что испортится в конечном итоге все-таки. Она, знаете, и стрельба, и все полностью, и, честно, я думал, будет лучше. Ну, картинка вообще вполне красивая и яркая идет. Пока. Ну, вот, ну что, увидим, вот чем сейчас закончится это все дело. На секунду. Раз. Опачки. Паттон. С паттоном, конечно, ох, ох, тут-то и танчики, конечно. Т-54. Стоковой пушкой. А, то вы все в бой сразу. Ну, идем вместе, я попытаюсь помочь. Давай в паттона будем все рубать сразу. 54 тонн надо было бомберить. Пушка, ау. Ох, интернет и тормозит. Пацаны, это конечно, трэш. Паттон, ты что, вообще, что, бессмертный? Да. Ну что, вот я не знаю, вот, что FPS показывается окей, но играбельность, вот, печалька вообще. Добиваю. Есть. Так, кто слева? Ой-ой-ой-ой. Ручка, привет. А секунду, а ты с барабаном или что, вор? А-а-а, оу, щит, Викерс. Да, не успели. Ну, вот смотрите, ну, что, в чем прикол, сколько мы играли и стрельба была. И все полностью по FPS-ке стабильно 54 было. Вот, ребят, честно я вам скажу, ну что круто вообще это... Цифра вполне окей. Так, S8. Так, и снова, смотрите, о, кстати, спустилась FPS. Нет, 39 и 54. Я так думаю, что, наверное, включены ограничения или что-то, ну, типа того. Но вот вы смотрите, я думаю, ну, что все видели, что и стрельба была, и все полностью, и 54 по FPS-ке стабильно было. Цифра вполне окей. Танкуем. Сегодня мы с тобой танкуем. Ой, блин. Сейчас мне... Ох, тут, конечно, и команда. Кронваген. Яхтигр. Вот это мне скинулись все поплюхи, знаете. Да, и получилось в общаке печалька. Так, ага. Смотрите, вот снова-таки по FPS-ке 54 идет, ребят. А где же я в тигр был? Ты же был здесь. Ну-ну. Привет. Успел.
встали и спрятались в кустике. Я так думаю, что он 100% будет, ну, чтобы дежурить утлёну. Сбил гусеницу, ну и толку, зато я на тебе. Ага. Так, танкуем. Так, и смотрите, вот снова по FPS-ке 54, вот, ребят. Это круто. Ну, сейчас точно мне попал. Да я знаю, куда я тебя... Ай, блин, все, на не туда попал. А вот здесь уже печалька, но кто-то все-таки ушатал. Как? Как мне в спину? Извините, что в спину кто-то все-таки так и жестоко, и некрасиво, потому что взули меня только что. Отключаемся и делаем еще одну попыточку на Т-54. Кстати, по аккумулятору мы уже отыграли в 50 минут и скушала 16%, ну что, для информации есть. Но в чем прикол? Вот я думаю, ну что, все видят, что по, ну что, FPS-ке стабильно 54 было. Как они это делают, я вот не знаю, ребят, вообще, потому что умнички. Вперед. Ладно, попытаемся, а вдруг да что-то да получится. Но здесь вот я сливаюсь всегда. Т-54, сейчас еще, что в бочину мне влепят, как обычно. Знаете, вот иногда бывает, в чем плюс, вот если 54 стоковая, то еще вот что-то да получается. А тут еще СТБ, это сейчас спину может встать, да? А где ты? Где? Вот видите, что я акцентировал, что... Это... По Викерсу стреляют, блин. Не попал. Ну ничего. И смотрите, вот снова-таки по FPS-ке. 54 стабильно. Потому что телефон... держит и вообще не ху-ху-ху-ху. Опача, опача, и танкуем. Да. Так, ребят, ну я так думаю, что все увидели, что здесь, ну, что было все окей. Осталось у нас еще, естественно же, всеми вот любимая игра PUBG. Так, что там с температурой, кстати? 31 градус. Так, чтобы не говорили, что я там что-то обманываю. 25, 26, 31, 32, 33. Вполне еще, ну что, все окей. Потому что для спортивного интереса, вот знаете, у нас есть, ну что, умилижи. Здесь, ну что, ты включаешь вот кнопочку, и в теории он температуру, ну что, измеряет. Вот сколько покажет температуру телефона. Ага. Я говорю, что, ну что, китайцы всех обманывают всегда. От такого, ну что, ты... Знаете, захотелось бы, шидеться или нет, но вот тот в термометр, что там, я не знаю. Вот знаете, это типа копия, что используется, ну, что в часах у нас, ну что, измеряется и пульс, и давление, и все полностью. Ну вот как, за ту стоимость, что стоят они, и чтобы измеряли, ну, что все датчики, ну, что все были $100, вполне еще, ну что, стоимость окей. Но не в то, что мы покупаем за в копейки. Извините, но говорю, как оно есть. Я не хочу, знаете, что обманывать в канал всегда. Ну что, в чем вот я всегда вот столкнулись и с проблемой. Я не стесняюсь и говорю, что вот есть такая проблема. Так, ты включаешься или нет, там уже изменилось, то есть уже сейчас изменилось, ну что там и локация, ну что другие, и все полностью, что дома с нормальным интернетом включалось. Но вы учитываете, что используется 4G интернет. Вот, ребята, это я считаю, что тоже, ну скажем так, ну что чувствуется, ну, что для телефона. Так, еще чуть-чуть осталось, вот видите, последняя вот ленточка. 16% за 50 минут. Компиляция ресурсов. Да-да, ребятки. Оказывается, и так бывает. Я вот, ну что, не умею нормально комментировать, но я хотя бы, что не обманываю, не делаю рекламу, знаете, чтобы все было, ну, честно для вас.
по поводу, ну, покупки вот этого телефона, я не знаю, но пока вот я считаю, что это вообще один из лучших наших телефонов и защитой от попадания нашей жидкости и температуры. Это упускается как-то. Фигушки, извините вот, ребят, ну что, включаем рекламу. Пролох. Да? Так, смотрите, что с графикой. Я специально, ну что, включал. Вот видите, вот я, ну что, вот, знаете, вот, не увлекался там по картинке, чтобы было все, ну что, круто. Ну что, пусть, знаете, играет комфортно и красиво. Я так считаю, вот, знаете, ну что, пусть картинка чуть похожа будет, но чтобы игра и шла комфортно. Вот если вы, ну что, включите, чтобы графика по максимуму и шла, ну что, в курсе, что у телефона и памяти, ну что, в запасе и все полностью, но он комфортно играться ему 100% вот не будет. Не хочу, ну что, лукавить и рассказывать, что все так, ну что, круто, ну что, все окей. Так, ну что, включаемся. Так, пока. Ты бегаешь, все окей, ты ползаешь, все окей. Есть. Ну, терпимо, вполне, что у нас есть. Че включен? А первый? Нет. Как отключить? Что я сделал? Ага. Ну, извините, я снова-таки акцентирую, не сильный игрок в такие игры. Тут уже сейчас единственное, надо отключить наш динамик, чтобы не говорить ни с кем. Что громкость я подключал или нет? Думаю, да. Так, смотрите, что с картинкой. Что вполне красиво и ярко идет. Тут вообще все будет. Понеслась. Ура! Домики вперед. Ну, я так думаю, что, знаете, вот, ну, честно, чтобы не лукавить, и с такими с настройками будет, ну что, играться вообще все вполне окей. Но иногда, знаете, ну что, MTK, тем более, что у Миндиджи, я смотрю, что все-таки они вот что-то доисправили. Я думаю, кто помнит из подписчиков, было... А 7 Pro, то там, ну что, телефон вступил вообще, ну что, температура до такой степени, он грелся, что ужас, просто бегом домик, пока не поздно. Каска. О, у нас винчестер есть. И патроны. Ну, уже спокойнее, еще бы, знаете, автомат был бы, то было бы покруче. Пиво взяли, пистолет взяли. О, ну, типа автомата какая-то штучка есть, то уже будет поинтереснее, да? Закрываем двери и идем куда и глянем, что сверху, да? Всегда интересно, кто сверху. Так, ну что, с броником у нас все окей, пива много. Сковородка. Так, ну что, сделаю громче, чтобы услышать, ну что, вдруг кто-то, знаете, будет идти. Что, автоматического вообще ничего нету? Офигеть. Так, если захотели, ну что, включаем вот так от первого лица вид. Мне всегда акцентировали, ну, из-за чего я отказываюсь вот так играть. Ну, не знаю, мне как-то вот неудобно. Я их, ну, что, это не... Что, неудобно просто. О, АК-шка-то все-таки покруче. Сумку взяли нормально.
Так, ну что, прицел у нас, кстати, с оптикой. Еще бы, знаете, оказался бы автомобиль, то было бы покруче. Сюда. Ого, и аптечки, и все полностью, и касочка, и патрончики. Красава, Ленька, ты вообще, ты попал прям туда, куда надо. Почти. Так, ну, я так думаю, что пивка нужно выпить в 57. 13 плюс 6, 19%, ребята, за 60 минут. Специально всем показываю. Температура, что мы играем час, показывает. 32 градуса, 33. Да, вот знаете, вот, ну, честно, и 35, то вполне окажется окей. Ну что, для MTK это. Ого. Так. Бегом, бегом, бегом. Ну и для чего я ее кину? Где? Где ты? Только что здесь был. Ничего не делает. День недели. Кстати, это или что? Не, ну так, знаете, аж неинтересно. Вот сейчас закончится, потому что время же, ну, жалко просто, что и... Ну что, и ждали, и думали, что будет поинтересней. Почти попал. Ура! Я тебя добью все равно. Ты что, думаешь, что отсюда убежишь от меня? В контейнере, да? Угу. Да, ушатали меня. Ну, ничего, вот, ребят, знаете, в такой, ну, что, ситуации я не... Потому что не сильно, потому что огорчаюсь. В любом случае, суть в чем, чтобы вы увидели, потому что по аккумулятору сколько, потому что кушается, я не знаю, там сколько по карточке осталось. Я еще, потому что попытаюсь еще включить еще одну игрушку с
категорию, что вот мне вот именно что в графике все окей, но в жизни оно не сильно такая, ну, так интересно. Встаем вперед. Так, осталось. Ну что, видите, в чем прикол, что ограничение у камеры 30 гигабайт идет вот именно, ну что, при видео. То есть это. Да блин, ты чё ты? Ой. Ура. О, что еще оказывается успею, ну что, включить, я так думаю, чтобы глянули именно вот как, ну что, и такая игра идет, ну что, извините за громкость и за музыку. Я хотел, чтобы, ну что, по максимуму все игры показать вам. Там и вот закончится вдруг, так что извините, это дело в карточке. О, пацаны, привет. Ну тут я акцентировал, что игра прикольная, что здесь пусть ты лупишься. Ну, оказалось, с девчонками еще ошибиться приходится, вот это печалька. Куда ты бежишь? Чан-чан-чан-чан-чан. И всем бабах. Звоню. Я так думаю, что это уже все будет или нет. Да, с чемпионом. Тут видите, как все шикарнейше, ну что, получается. Ну и, конечно же, ну что, в конце, ну что, включим, вот, знаете, один из тестов, который, вот, я считаю, ну что, глупым и неинтересным, но в любом случае, вот, все, что блогеры показывают его и думают, что эффективность от него есть. Ну пусть, что здесь, ну что, интересно, вот видите, что и с процессором идут, и с частотами, и все, ну что, показывает, что все, ну, типа, окей. И, ну, что, при том, что мы вот столько играли. Температура у телефона вполне в комфорте. Извините, что долго было, но я старался, да. Всем спасибо, пока.